Он стар, он похож на свое одиночество. Ему рассуждать о погоде не хочется. Он сразу с вопросом: а вы не из Витебска? Пиджак старомодный на лацканах вытерся. Нет, я не из Витебска. Долгая пауза, а после слова монотонно и пасмурно: тружусь и хвораю, Венеция выставка. Так вы не из Витебска? Нет, я не из Витебска. Он в сторону смотрит, не слышит, не слышит, какой-то нездешний далекостью дышит. Пытаясь до детства дотронуться бережно, и нету ни кам, ни лазурного берега, ни нынешней славы. Светло и растерянно он тянется к Витебску, словно растение. Тот Витебск его, пропыленный, жаркий, приколот к земле каланчою пожарной. Там свадьбы и смерти, моленья и ярмарки. Там зреют особенно крупные яблоки. И сонный извозчик по площади катит. Так вы не из Витебска. Деревья стоят вдоль дороги на вытяжку. Темнеет и жалко, что я не из Витебска.